Мир моды я открыл, листая глянцевые журналы, в которых были фотографии с модных показов в Париже. И тогда я понял, что мода — это не только умение одеваться. Это искусство создания образа или процесс общения. Мода — это нечто большее. И это меня заинтересовало. Фактически, я родился в Париже. Я наполовину француз, наполовину итальянец по отцовской линии, а по линии матери у меня шведские корни. Вдохновение для создания новой коллекции я черпаю не обязательно в Париже. Да, в ней присутствует парижский дух, но в основном меня вдохновляют путешествия и все то, что мне интересно. Кино, живопись, литература. Почему я стал сотрудничать с Oriflame? Причин несколько. Во-первых, для меня важна связь со Швецией. К тому же Oriflame работает с невероятно талантливыми людьми, по-настоящему высокого уровня. Будь то парфюмерный флакон, созданный вместе с Oriflame, упаковка или сам аромат, результат идеальный. Кроме того, у меня очень хорошие отношения с людьми, которые уже сотрудничают с Oriflame. Я очень трепетно отношусь к цвету, поэтому я не использую много цвета в своих работах. Я беру едва различимые, особенные оттенки. Я всегда восхищался вином, розовым «Шато Минюти». Его цвет завораживал меня. Это послужило началом для выбора цвета аромата. Мы продолжили работать в этом направлении, выбирая цвет флакона, металл и так далее. Мы остановили свой выбор на розовом золоте с легким оттенком розового и бронзы. Этот цвет особенный, и я думаю, невероятно красивый.